если вы считаете, что мы остановимся на Украине, подумайте 300 раз. Напомню вам, что Украина – это всего лишь промежуточный этап в обеспечении стратегической безопасности Российской Федерации. У нас кончится терпение. Мы просто запустим что-нибудь тяжелое в сторону Вашингтона и Лондона. Польша доиграется. Было 3 раздела Польши. 4-й будет последний. Границы России нигде не заканчиваются. Придет время, и Польши ничего не останется. И от Прибалтики. Мне кажется, что государство под названием Литва и государство под названием Польша ведут себя слишком нагло. Слишком нагло. И не понимают еще, так сказать, да, что вот на самом деле с ними можно разобраться быстрее, чем с Украиной. Пускай пищат, кричат, да, это бомбардировщики, которые способны нести ядерное оружие, но у нас нет другого выхода. О, наши подлодки способны выпустить более 1500 ядерных боеголовок, что гарантированно уничтожают США и все страны НАТО в придачу. Это по принципу «зачем нам мир, если в нем не будет России?». И сейчас вся российская триада переведена в особый режим боевого дежурства. Если мы снова нашу армию подведем к западным границам, они трусливые, они боятся, их нужно брать испугом, кнутом. Мы ни в коем случае не можем остановиться на полпути. С такими санкциями, кто сказал, что надо останавливаться вообще в границах Украины? Например, может выглядеть сценарий по, собственно, захвату Прибалтики. Да и Россия – единственная страна в мире, которая реально способна превратить США в радиоактивный пепел.